составе рейдовых групп представители администрации, казачества, добровольных народных дружин, сотрудники МВД и отдела по делам несовершеннолетних. 4 рейдовые группы контролируют исполнение закона в городе и 10 в сельских округах, в каждом по одной. По факту нарушений на родителей несовершеннолетних детей составляют протоколы об административном правонарушении. Детей передают родителям под расписку. После административного материала у нас формируются списки выявленных подростков, которые, значит, передаются в образовательные учреждения и в комиссию по делам несовершеннолетних, где сотрудники образовательных учреждений проводят на местах уже с ними профилактическую работу. Задача рейдовых групп – не допустить правонарушений с участием детей и уберечь подростков от возможной беды. В пятничном рейде контрольная группа не выявила ни одного нарушения.